Другим темам. Одесса сегодня дралась за бесплатную муку и гречку. Там как раз открылся новый супермаркет, и первым 100 клиентам пообещали бесплатные продуктовые наборы. Ну, акцию такую торговцы устроили на свою же голову. Стоять! Назад! Назад! Чего ты толкаешь? Чего ты толкаешь? Давайте корей! Надо было паёк на 1000 гривен дать. У нас бы наполовину одесситов стало меньше. Но, правда, в убыток себе никто не торгует. Чтобы попасть в золотую сотню, нужно было закупиться хотя бы на 100 гривен. И народ пошел, да так, что даже охранники с трудом удерживали толпу в дверях. Вообще, тема с бесплатными продуктами давно стала на Украине притчей во языцах. Мы уже не раз видели, как пожилые люди чуть ли не дерутся за десяток яиц или пачку макарон. Наверное, за это и стоял Майдан.